Так, ну что, вторая серия. Сейчас едем мы с этого места, где вам показали. Сейчас поедем. Открою, кто-то жарко. Сейчас поедем к морю, то есть на сторону Мексиканского залива. Здесь был залив, который выходит в залив. Да, это в сторону города. А сейчас мы вам покажем, где выход к Мексиканскому заливу. Интересно, мы здесь проедем или нет? Я не помню. Поехали, покатаемся, посмотрим. Ну, раз машина едет оттуда, значит, можно куда-то выехать. Да. Люди на велосипедиках. Рейнджер едет с мигалками. Здесь speed limit 10 майлов. Вот здесь справа вот такие вот болота. Вот здесь Тамара, поснимай. Здесь водятся аллигаторы. Здесь водятся аллигаторы в этих местах. В другом месте видели или тут? Нет, тут, ага. Тут. И с этой стороны, и вот с этой стороны даже тут будет. Да, через мостик, помнишь? Ага, да. Даже мост. Мы давно уже здесь не были, года 2-3, я уже сейчас. Белла, да. Тебе обязательно нужно меня залезть. Пищит то, что я не пристегнулся. Вот, ну, да, вот, например, да, вывеска. Ай. Что, он приехал, ну, потом, мы проехали, ладно, да. Обратно пути. Сейчас. Там вывеска сейчас была, что крокодилы. Мне кажется, будет большой очень паркинг. Да. Сейчас камеру поставим на панель. Сейчас обгоню этих велосипедистов. Велосипедистов этих. Да, вот сейчас мы заедем на большой паркинг. Поставим там наш Chrysler 200 и пойдем погуляем уже в сторону Мексиканского залива. Пристегнулся? Блин, шашлыки щит так. Вот здесь мы шашлыки жарили. Точно. Дюны. Я напротив движения попер. Ничего страшного. Паркуси, куда поедешь? Да, куда-нибудь поближе там станем. Я напротив движения из стрелки. Там вокруг объезд. Ничего страшного. Сейчас где-нибудь припаркуемся мы. Чтоб далеко не передолить нам. Так, там место для инвалидов. Давай мы, наверное, вот сюда поставим. О, за нами машина была. Ты видела? Да. О, сюда я поставил. Перепаркуем. А он что, туда едет? Он туда едет? Нет. Рядом? Да. Посмотри, с аквалангом будет нырять, что ли? У него, да, костюм я такой. Так. Вот мужчина стоит, переодевается. Сейчас. Перепаркуем. Не знаю, что он собрался делать. Или нырять, или рыбачить. Ружьем с каким-нибудь подводного действия. Сейчас очки одену. Параплан солнце. Параплан летает. Сейчас я засниму. Так, берем камеру. Ключи не достал. Так, уходим. Смотри, какой-то самолет летит. Низко. Он что, туда взлетел? Я не вижу его. Блин, где этот самолет? Вот. Да вижу, что вот он. Поймает его на камере, вот он. Не отсвечивается, я не могу поймать его. Да хрен с ним, с этим самолетом. Ну вот, здесь тоже вот можно отдыхать. Вижу
Где этот самолет? А, вот он, вот он, вот он, вот он, да-да-да-да. Вот этот. Это военный транспортный самолет. У нас здесь база. Как я говорил, военный рядом. Сейчас мы еще притянем. Вот он прилетел на базу здесь. Так, харе. Ну вот, здесь, там вот залив. Здесь тоже люди сидят, здесь шашлычницы под навесиком, потому что летом здесь офигительно жарко, под 40 градусов. Это сейчас зимой у нас вот 18 градусов. Пойдем, пойдем к людям, присылаемся покушать. Да, я бы хамбургер съел. Ну, сейчас мы пойдем. Ну, наверное, как? Пойдем сюда, сюда? Пойдем. Да, здесь пойдем сейчас. Сейчас пойдем через мостик. Мы, у нас, кстати, есть здесь видео, когда мы снимали этот бот. Мы купались, Кристина здесь была, Волтер. И мы здесь купались на этом, на боте. Вот здесь останавливались, вот там вот залив. Там можно дальше плыть, а здесь уже как бы ворота. Как бы ворота. Душ может принять. Выход на этот. Здесь кто-то с парашютом. Не понимаю, вот здесь кто-то летает, но я не вижу человека. Или здесь этот змей воздушный. Здесь уже прохладненько, ветер дует. Тамара, здесь воздушный змей. Смотри знак. Да, я вижу. Ничего страшного. Ты возьми ее на руку. Никто тогда не будет. Мозги канифоль. Вот. Из этих камней здесь можно ловить. И вот один чувак, мне кажется, этим занимается там. Он ловит рыбу. Рыбы здесь много. Рыба здесь разная. А нет, здесь, смотри, мы уже какой-то с этим парашютом. Вот здесь сейчас притяну. Да. Наверное, летают они здесь. Чумоход на лодке плывет. Где-то лодка, блин. Вот она. Так. Пошли вниз по ступенькам. Здесь очень много крабов в этом месте. Насколько я помню, когда мы купались здесь, блин, крабы, рыба здесь, они вообще не пуганные здесь. Да, вот, да, да. Хотя рядом одни пальцы. Вот здесь вот эти ворота, выход в Мексиканский залив. Здесь люди гуляют. Здесь чаечки. Сейчас Белла их распугает всех. Ну вот, так. Вот такой парк Сент-Эндрю. Сегодня желтый флаг, купаться можно. Но, естественно, никто здесь не купается, потому что, ну, не знаю, вода. Градусов, может 15, может 12 каких-то, если 18 на улице, то как, не знаю точно сколько. А там вот дальше уже Панама Сити Бич, уже сам не бич, а Панама Сити. Мы на биче живем, там уже город. Через мост надо переезжать и попадаете в Панама Сити. В принципе, это как бы один город. Ну, не совсем один, они соединены бриджем, этим мостом.
Нет, мне кажется, рыбацкий. Здесь как? Блин. Вот там, если дальше пойти, вот там вот, там уже будет пляж на Мексиканский залив. Что-то было там. Обязательно. С Тамарой Михайловной. До Гучука. Хай-хай. Пошли, может, там еще посмотрим, что там есть. Пойдем туда, потом в этот... Мы же там были в прошлый раз, загорали, помнишь, вот там? Да, да, да. Один раз тут были, сначала были там, второй раз были тут мы, купались. Побежал. И возле моря самое то побегать, но идет от поводка, тут нельзя. Даже собакам нельзя сюда, не говорят, что побегать. Знаешь? Ну пока да. А я думала, ты уже все дело будет. Может, возьмите ее на руки? Или, я не знаю, здесь как бы собака. Здесь собаками вообще нельзя. Иди ко мне, зайка. Хватит не мить. Вы такие красивые. Камеру посмотри. Давай. Посмотри в камеру. Передай всем привет. Ну, из Америки. Да. Даже собакам. Повезло тем, которые живут в Америке. Собакам, которые живут в других странах, я думаю, не очень повезло. Почему? Кто-то любит. Может, голодные они. Ну, кто-то. Ну, какой-нибудь там Китай, в Корее их вообще хавают, этих собак. Так что им повезло-то? А здесь кушают, не знаю что, там чикен и мясо уже на выборы. Ну, вот так как-то. Такой маленькой собачке мало надо. Просто тут подают косточки нам, да? В собачьем магазине приходишь, подают такую косточку. В банк едешь, подают косточку. Угу. Ну, такая она, как печенька. Печенюшечка. Ну, все равно. Да. В Америке очень хорошо относятся к животным. Очень хорошо. Что здесь черный? Трава какая. Да. Релаксирует. Солнышко светит. Если бы не было ветра сегодня, было бы нет вообще этих смешно. Ракушек, да? Да. Но мы были в Нейпл, когда мы были в гостях у Виоли, там очень много ракушек. И там ракушки другие, большие какие-то. Угу. У нас есть они, но они какие-то помельче здесь. Они все разбитые, как-то выбрасывают, уже побитые. Да. Ну вот, сейчас вторую часть закончим. Потом еще пойдем там. Наверное, остановимся, где аллигаторы есть. Ну, я сомневаюсь, что мы их увидим. Мало ли. Доплыло. А, он по камням, да, заходит? Он по камням, да. И это самое. И там тогда вот третью часть сниму из этого парка. Сейчас женщину пройдем, я ее с полотка отпущу.